Ісусу Христу. Слава нашему Господу. Хорошее время. Время славить Господа. Аминь. И когда мы пребываем в Нем есть сила, в Нем есть благодать, в Нем есть благоволение. И пусть Божья благодать, она пребывает на тебе. Ищи Христа, познавай Его в каждом дне, пребывай в Его присутствии. И это самое ценное, что у нас есть. Аминь. У нас есть Христос. Я самый богатый человек в мире. Вы знаете это или нет? Потому что у меня есть величие, Его могущество безмерное в нас. Скажи, величие Его могущества во мне. Безмерное величие Его могущества. И ты самый богатый человек. И богатство, оно конкретно неизмеримое, потому что за тебя заплачена кровь Христа. Самая дорогая цена, она заплачена за тебя, за твою жизнь, за то, что Бог, Он сотворил в тебе себя. И Он избрал тебя жилищем Своей славы. И сам Бог живет в тебе. И все богатства мира, они принадлежат Господу, да? И то, что тебе надо, то Бог тебе даст все в свое время. Аминь. Халлелуя. Слава Иисусу Христу. Хорошее время, хорошее слово, да, и благословенное время. И у нас 5 числа мы будем праздновать уже Пасху второй раз, да, ну, хорошее время, будем праздновать, собираемся мы. И эти предстоящие недели мы сейчас погружаемся глубоко во Христа. Пост, молитва, размышления. Да, вот проходим этот путь вместе с Ним. Да, и последнюю неделю мы, да, как бы мы тоже в эфире, у нас будут там короткие ролики. И мы как бы каждый день, да, мы вспоминаем, что Иисус как бы делал в эти дни, да, вот именно перед воскресением, да, вот это чистый четверг, да, там въезд в Иерусалим, как бы воскресенье, да, и вот как бы каждую неделю мы будем, каждый день мы будем говорить, напоминать, и чтобы ты переживал эти события, да, и сейчас хорошее время нам погрузиться больше, погрузиться, чтобы Божья благодать, чтобы сообразоваться со Христом. Мы сообразуемся с Ним. Да? Он проходил этот путь, чтобы жить в тебе. И жить в тебе уже как прославленный Христос. Христос уже не тот, который был на этой земле до воскресения. Он прославленный Христос, и Он в тебе. И как в Ефесянам в 1 главе, апостол Павел молится, и молится за церковь, да? Молится за учеников. «Дай дух премудрости и откровения». Вот положи на себя руку. Скажи: «Господь, дай мне дух премудрости и откровения к Твоему познанию. И просвети очи сердца моего. И дай понять надежду призвания Твоего. И какое богатство славного наследия для святых. И как безмерно величие Его могущества во мне». Безмерно величие могущества. Просто увидеть, я хочу, чтобы ты закрыл, увидел это безмерно. Вот что ты можешь представить без меры? Там океан, у него есть берега, да, вот вселенная, она тоже ограничена. Вот безмерное величие Его могущества в тебе. И Он избрал тебя для Своей славы, чтобы это безмерное величие Его могущества проявлялось на этой земле в силе, реально. Фактично. И когда ты осознаешь, кто ты, тогда начинает все происходить. Да? И вот какого Бога ты веришь? Я верю всемогущему Богу. Я верю в Бога любящего, который любит, который жертвенный, который безграничный, который так возлюбил этот мир, так возлюбил тебя, и когда ты еще был грешником. И любящий Бог. И веришь ли ты в себя? Бог, Он живет в тебе. Я умер со Христом. И Христос живет во мне. Теперь скажи: не я живу. Он говорит: теперь не я живу, живет во мне Христос. Вот живет в тебе бесконечный Бог, живет в тебе бесконечная любовь. В тебе живет бесконечная сила Божья. В тебе живет бесконечная связность. И Бог, который в тебе. Ты Бог. И ты должен понимать конкретно, когда ты понимаешь и осознаешь, кто Бог, и который живет в тебе, ты
преображаешься, и ты перестаешь, как бы, знаешь, вот именно делать какие-то неправильные вещи, потому что ты божественная личность, осознание твоей божественности, то, что ты в нем божественный, он в тебе, и не ты живешь, он живет в тебе, и ты, получается, божественный во Христе Иисусе, и проявляешь божественную славу на этой земле. А когда ты думаешь, что ты грешник, что ты проявляешь? Грех. И ходишь, каешься, грешишь, каешься, да, и вот постоянный грешник. Я святой в нем. И это отличие, мне нужно поверить. И не моими делами, а мои дела, они на кресте. Мои дела, они во Христе. Они в победе. Иисус проявил свои дела на кресте и явил себя мне. И это самое большое таинство, которое мы имеем во Христе, что теперь не я живу, а живет во мне Христос. Живет во мне Его проявленная любовь, Его всемогущество, Его безграничность. Она живет в тебе. И давайте мы будем в этом пребывать. Давайте мы будем этим наполняться. Давайте мы будем в этом жить и проходить, и чтобы Его благодать, Его сила, Его благоволение, она пребывала на тебе. И давайте мы сейчас вот просто закрой свои глаза и помолимся. Помолимся, чтобы мне созерцать Христа внутри себя, чтобы видеть Его проявленного в себе, не в ком-то, не в каком-то помазаннике, в тебе. Бог пришел в твою жизнь. И вот сейчас положи на себя руку, закрой свои глаза и увидь это всемогущество, силы Божьей в себе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, славим Тебя и прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою безмерную любовь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою славу и Твою силу, которую Ты являешь в жизни Твоего народа. И мы благословляем Твое святое имя. Мы любим Тебя, славим Тебя и прославляем Тебя. И я прошу Тебя, Дух Святой, Ты, Господь, Бог мой, двинься в жизни Твоего народа. Пусть Твоя благодать и Твоя сила, она коснется каждого. Я молю Тебя, Дух Святой, коснись каждого. Бог мой, Господь, пусть Твоя проявленная сила, она, Господь, Бог мой, является через каждого. Твоя проявленная любовь, Твоя проявленная вера, Твоя проявленная святость, Твой проявленный божественный мир, который превыше всякого ума. И мы уповаем и надеемся на Тебя. Ты наше упование, Ты наше желание. И если мы проходим долиной смертной тени, то мы не боимся зла, потому что Ты с нами. Ты с нами. Ты с нами. Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, Твоя власть и Твоя сила, она успокаивает меня. Я успокаиваюсь в Твоей руке, проходя долинами смертной тени, но Ты со мной. И Ты моя защита и охрана. И Ты, Господь Бог мой, избрал меня для Твоей славы, чтобы проявлять Себя. И научи меня, Господь Бог мой, проявлять Тебя. Научи, Господь Бог мой, мне, Господь, являть, Господь, Тебя, Господь, во всей полноте, так как Ты хочешь проявиться на этой земле. Я отдаю себя в Твои святые руки. И я созерцаю Тебя, я принимаю решение в каждом дне созерцать Тебя, наполняться Тобой больше и больше. Бог мой, этим осознанием, потому что я наполнен Тобой, но мне осознать и понять это наполнение все больше и больше. Даруй мне Духом Твоим святым, в силе и славе Твоей. И мы благодарим Тебя, любим Тебя и прославляем Тебя. И пусть эти две недели, Господь Бог мой, перед праздником Пасхи, Господь, они будут, Господь Бог мой, по нашим погружением в Тебя, погружением в Твое божественное присутствие, погружением в это размышление, в Твою славу, в Твою силу. И Ты, Господь Бог мой, совершай эту работу, Господь Бог мой, в наших сердцах. Мы любим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.
Слава Иисусу Христу!